Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Больш як 800 чалавек у рэгіёне вызвалілі ад аплаты збору на фінансаванне дзяржвыдаткаў па прычыне цяжкай жыццёвай сітуацыі. У старэйшай гомельскай бальніцы з'явіўся суперсучасны аперацыйны блок. Амаль на 50 вадаёмах Гомельскай вобласці адзначаецца замор рыбы. І больш падрабязна аб гэтым не толькі. Амаль 2 мільёны рублёў паступіла ў бюджэт Гомельскай вобласці ў якасці збору на фінансаванне дзяржаўных расходаў. Як вядома, сёння апошні дзень яго аплаты. Колькі ўсяго жыхароў Гомельскай вобласці павінна аплаціць збор, дакладна сказаць цяжка. Уся інфармацыя абагульняецца на ўзроўні рэспублікі. Але па аператыўных дадзеных у нашым рэгіёне яго аплацілі больш як 6200 чалавек. Разам з тым 14 тысяч былі вызвалены ад такой неабходнасці па аб'ектыўных прычынах. У прыватнасці подтвердили свою отсутность у отповедный период у Беларуси. Еще больше, как 800 человек вызвалили от оплаты сбору по причине тяжкой житевой ситуации. На пытанні па дэкрэце нумар 3 гатовыя адказаць спецыялісты адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. У чацвер, 23 лютага, у гомельскім аблвыканкаме выязны прыём правядзе начальнік галоўнага ўпраўлення па работе са зваротамі грамадзян і юрыдычных асоб адміністрацыі прэзідэнта Беларусі Рыгор Шлык. На наступны дзень, 24 лютага, ён адкажа на пытанні грамадзян у Буда-Кашалёўскім райвыканкаме. Тэлефоны для папярэдняга запісу вы бачыце на сваіх экранах. Тым часам пасяджэнні рабочых груп па разглядзе заяў ад грамадзян на вызваленне ад уплаты збору працягнуцца. У гомельскім гарвыканкаме задаволена прыкладна трэця ад агульнай колькасці разгледжаных зваротаў. Усе, хто атрымаў станоўчы адказ, у 2015 годзе, згодна з рашэннем рабочай групы, знаходзіліся ў цяжкім жыццёвым становішчы. Усяго ў гарвыканкам з заявамі на вызваленне ад уплаты збору на фінансаванне дзяржаўных выдаткаў звярнулася больш як 1000 гамельчан. Да іншых тэм. У самай старэйшай гомельскай бальніцы з'явіўся суперсучасны аперацыйны блок. На тое, каб мара ўрачоў гарадской клінічнай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі ажыццявілася, спатрэбілася 3 гады і 3 мільёны рублёў. Цяпер на базе новага аперацыйнага блоку можна праводзіць самыя складаныя аперацыі – да 10 на дзень – і максімальна хуткую рэабілітацыю пацыентаў. Усе маніпуляцыі вось на гэтым маніторы. Хірург аперыруе і назірае адначасова. Аргонавы коагулятор, які за лічаныя секунды спыняе крывацёк, апарат інгаляцыйнай анестэзіі. Магчымасці гомельскіх хірургаў выходзяць на прынцыпова новы ўзровень. Современное оборудование это влияет на качество операции, продолжительность операции, после наркозного введения больных. На таком оборудовании, конечно, должна быть и подготовка специальная, потому что современное это оборудование рассчитано на малоинвазивные операции и быстрейшее выздоровление для пациентов. Тамара Лещенко у этой больницы не упершиню. Жанчына перенесла складанную операцию. Кажа, зараз умовы у хірургічным аддзяленні такія, што нават пры добрым самаадчуванні пакідаць бальніцу не хочацца. Я была, аперацыя мне праходзіла до ремонта, естественно, ўслові былі намного хуже. Ну а здесь, в этот раз я пришла в больницу, я, естественно, сама не узнала. Лучше не бывает, как это первая больница. Больница хуткой допомоги – найстарейшая у регионе. Яе будавалі яшчэ за сродки княгини Ирыны Паскевич. Будынак, у яким размясціўся новы аперацыйны блок, былы інтэрнат для медыкаў. Капітальны рамонт працягваўся 3 гады. З мясцовага бюджэту выдаткавалі амаль 3 мільёны рублёў. Кожны дзень у прыёмнае аддзяленне і траўмапункт у гомельскай бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі звяртаюцца каля 230 чалавек. Прыкладна палову з іх шпіталізуюць. Экстранная аперацыя у нас праводзіцца днём і ночью в праздніки і будні. Мы никому не отказываем. Наш принцип – никому не отказать. Мы оперируем в течение суток 15, 20 до 30 человек. С этих всех операций порядка 35% мы все операции выполняем лапароскопически. Это хирургический блок, это гинекология, это травматология, это урология. Яны працуюць 24 гадзіны 7 дзён на тыдзень. Сёння медыцынскую дапамогу тут аказваюць кругласутачна. Дарэчы, нягледзячы на рамонт і нязручнасці, лячэбны працэс не спыніўся ні на хвіліну. За год лячэння ў гэтай бальніцы праходзяць больш чым 20 тысяч пацыентаў. Сярод іх не толькі жыхары Гомеля і Гомельскага района, але і грамадзяне іншых краін. Вольга Халадовіч, Вікторія Шумак, Александр Мурашкін, тэлерадыёкампанія «Гомель» пры падтрымцы АТН.
Экологи закликают прийти на допомогу природе. Амаль на 50 водоемах Гомельской области означается замор рыбы. Что можно сделать для выправления ситуации, доведался Олег Сенцеров. Сколько рыбы гине под час замору, докладно, напевно, не ведет никто. Уже шмат залежит от самого водоема. Але толщина льда около 35 сантиметров и 20 сантиметров снежного покрова, кислород у воду не трапляет. Ситуация с замором рыбы характерна только для водоемов. На реках зараз ничего подобного не отбывается. Экологи кажут, что нигде простый день становится повинно нормализоваться. Але за эти дни может загинуть шмат рыбы. Основная причина – недохоп кислорода. На некоторых озерах его концентрация у 4 раза меньше нормы. Если сверху не трапляет кислород, а снизу идет активный процесс гниения рослин, рыбе приходится совсем непросто. Вода поднялась до наступления замерзания льда и затопила прибрежную растительность, высшую, которая начала гнить. Возникла ситуация резкого снижения кислорода в связи с оттепелью и возникновения предзаморной ситуации на водоемах в Гомельской области. У Вогли такая ситуация для Гомщины не редкость, а тому, что робить, экологи ведают добро. Иншая справа, что уластными силами им просто не справиться. А тому основное сподевание на местовые органы улады. У Витковском районе, например, райвыканкам воротовая рыбу в взаимодействии со специалистами Министерства по надзвичайных ситуациях. У опошних зразумела шмат и своих задач, але у допомозе по вартованию природных ресурсов яны не отмовили. У районного отдела МЧС есть свои поставленные задачи, но они подходят к этому вопросу серьезно и помогают нам. Решение данной проблемы. Вода и самый действенный способ насыщения воды кислородом – аэрация. Особливых затрат она не потребует, але ситуацию саправды нормализуем. Водоем площадь у пол гектара насыщается кислородом примерно за 3 годины. Способ меньше эффективный, але так само надежный. Высекание у льда специальных ям, которые позволяют рыбе дыхать. По данных областного комитета природных ресурсов и охраны навокольного осяроддя, зараз на Гомельщине налічивается около 50 водоемов, где склалась несприятная ситуация. У связи с чем экологи навод объяснили на областную акцию «Дадим рыбе уздыхнуть». Принять удел может каждый небояковый человек. Мы на сегодняшний день режем лунки, накрываем соломой для того, чтобы обеспечить доступ кислорода в эту воду и увеличить количество его, для того, чтобы рыба не погибла. Не везде райисполкомы и территориальные органы Минприроды могут охватить водоемы, все в полной мере. Поэтому обращаемся к рыболовым любителям, что в случае выявления ими заморных явлений, все-таки они сделали сами эти майны по возможности и обязательно информировали территориальные органы Минприроды и райисполком о возникновении такой ситуации. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». День за днем множество подей, але нас цікавить головные, кажуть створальники ток-шоу на телеканале «Беларусь-4» и протягивают обмерковывать актуальные темы життя региона и краины. 2017 у Беларуси указом президента объявлены годом науки. Что принесет эта инициатива на Гомельщину? По каких накірунках наши навуковцы у лидерах, а где все еще не допрацовывают? Ці охотно идет молодью науку? Про это не только пойдет размова сегодня у ток-шоу «Головная тема у 2020 на Беларусь-4». Год науки уже давно должен быть объявлен, поскольку наука в Беларуси развивается достаточно успешно. Стоят большие задачи, но ученые смотрят в будущее с оптимизмом. Первый съезд ученых был уже почти 10 лет назад. И год науки, наверное, ознаменуется какими-то событиями, масштабными мероприятиями. Сегодня распачался масленичный або сырный тыдень, а пошли перед Великим постом. Церква в этот час предписывает отмовиться от мясной ежи. Можно уживать сыр и иншие молочные продукты. Каждый день масленичного тыдня имеет свою назву, традиции и правила. На протягу всех 7 дней принято ладить гуляни, ходить у гости, веселиться и, зрозумело, печь блины. Кульминацией тыдня является дарованная неделя, когда принято во всех просить пробачения. А пошли день завершают с традиционными проводинами зимы и спальванием яе пудила. У Гомеле масленицу будут святковать 25 и 26 лютого. И опошнее. У программе передач телеканала «Беларусь-4 Гомель» отбылись змены. С сегодняшнего дня вечерний выпуск новина углядите на полгодины ранее, у 20 годин. Ну а зараз эфир протягнет спортивный огляд. С новинами спорту вас познайомить мой коллега Максим Савин.